водолеи, которые так долго стремились к переменам. В сентябре 2021 года наконец-то их получат. Это очень благоприятный месяц, открывающий двери в новую жизнь. Сентябрь 2021 года – это период непростой, поскольку может быть связан с серьезными переменами в жизни водолея и глубокими душевными трансформациями. Прошлые ошибки и отношения, которые перестали быть доверительными, могут стать причиной неприятных переживаний. Особенно в первой декаде сентября происходящие события могут проявляться внезапно и развиваться на пустом месте, поскольку эмоции будут искать выхода, и даже малейший повод в виде замечания, претензии может истолковываться неверно. Активные сексуальные энергии водолеев также могут управлять их поведением, поэтому могут появиться новые связи и осложнить отношения в браке. В этом случае более сильная зависимость от своего партнера, тем более финансовая, может быть причиной открытого протеста и воинственности со стороны водолеев. Поэтому в это время им надо всячески избегать конфликтов, проявления заносчивости и высокомерия, поскольку это может обернуться против них самих. В партнерских отношениях могут наметиться важные и позитивные сдвиги, которые могут изменить судьбу многих водолеев. Благоприятные дни 1, 11, 15, 22 сентября. Неблагоприятные дни 5, 12, 19 сентября. Любовный гороскоп на сентябрь. Водолей. С началом нового сезона вы ощутите потребность расширить свой кругозор. Удовлетворите эту потребность. Учтите, что это прямой путь не только к вашему личностному росту, но и обретению счастья в личной жизни. Высока вероятность того, что вы познакомитесь с представителем другой культуры. Очень быстро этот человек станет вам близким, дорогим. Не сопротивляйтесь желанию сделать его частью своей жизни. Середина и конец месяца, как говорит любовный гороскоп на сентябрь водолею, указывает на возможные проблемы в делах сердечных. Скорее всего, вам будет сложно одновременно развиваться на профессиональном поприще и уделять достаточно внимания близким. Последние то и дело будут обижаться на ваше невнимание. Встретили осень в статусе одинокого человека. Повремените с поисками половинки. Начала романтических отношений период не самый благоприятный. Не хотите ждать? В таком случае снижайте планку для потенциальных партнеров. Не нужно завышать требования к поклонникам, помните, что идеальных людей не бывает, да и у вас полно недостатков. Состоите в браке. Соберитесь силами, прежде всего моральными. Они пригодятся водолею, так как сентябрь 2021 года принесет разлад в их отношения с супругом. Работа и деньги в сентябре, водолей. Гороскоп на сентябрь 2021 года водолею рекомендует провести начало месяца, инвестируя силы и время в обучение. Хорошей идеей станет посещение курсов, получение второго высшего образования. Приветствуется и самообучение. Как бы там ни было, с наступлением нового сезона водолею важно пополнить копилку знаний и ценного опыта. Последним можно обзавестись во время тесного сотрудничества с иностранными партнерами, экспертами в области юриспруденции. Благоприятным месяц выдастся и для творческих личностей, которые уже долго вынашивали оригинальные идеи. В целом на работе водолей сможет реализовать все задуманное, однако не факт, то это положительно скажется на его финансовом положении. Для укрепления материальной базы придется поднажать, преодолеть ряд серьезных препятствий. Астрологи советуют не сдаваться, столкнувшись с первой же неудачей. Иначе вы не получите желаемую прибыль. Готовьтесь столкнуться с кознями врагов, иметь дело с закулисными играми и интригами, направленными против вас. Не стоит вестись на провокации, сосредоточьтесь на том, что для вас в приоритете. Здоровье в сентябре, водолей. Гороскоп на сентябрь 2021 года водолею обещает, что в экстремальных ситуациях он не растеряется. Возможно, он окажется единственным, способным быстро и адекватно реагировать на происходящее. Все это благодаря рационализму, присущему представителям данного зодиакального знака. Вторая половина месяца выдастся напряженной из-за внешних обстоятельств, вынуждающих вас отстаивать свое место под солнцем. На это может уйти много сил. Для их восстановления рекомендуется уйти в отпуск, но отправляясь на отдых, не забывайте о рисках, связанных с акклиматизацией. Позаботьтесь о том,
чтобы у вас под рукой были антигистаминные средства. Кроме того, в сентябре 2021 года стоит заняться профилактикой хронических заболеваний.